Многопрофильной клинике здоровья недавно исполнилось год, но за это время она уже успела зарекомендовать себя как одна из лучших клиник Карачаево-Черкесии. Помимо приемов узкопрофильных специалистов, здесь проводят широкий спектр хирургических услуг. У нас сегодня день рождения, нам один год, и в честь этого события мы решили устроить праздничный фуршет. Также будет специальный розыгрыш денежных сертификатов для наших гостей и для наших пациентов. Нашим пациентам я хочу пожелать в первую очередь здоровья, ну а если уже понадобится наша помощь, то мы всегда готовы ее предоставить. Опытные врачи проводят в клинике открытые эндоскопические операции, гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию, а еще оказывают услуги пластической хирургии. Несмотря на то, что у нас относительно молодая клиника, у нас практически представлены все узкопрофильные специалисты. Многие из них, кстати, приехали из Москвы, в том числе и я. В нашей клинике, то есть не побоюсь этого слова, могу сказать, что мы практически первые в Черкесске с частных клиник и вообще в Карачаево-Черкесии начали проводить ринопластики. То есть у нас есть отделение пластической хирургии, где наши пластические хирурги приезжают из Москвы там с периодичностью 1-2 раза в месяц и проводят пластические операции, то есть это ринопластика, блефаропластика, ментопластика и так далее. Также у нас в операционной стоит лазерная установка FiberLase, на котором наш проктолог, наш сердечно-сосудистый хирург проводит такие операции, как лазерное удаление геморроя, лазерное удаление варикозно-расширенных вен. Но, несмотря на это, мы не стоим на месте, вот, мы развиваемся, и уже примерно вот через месяц мы ожидаем поставку новейшего оборудования, то есть это будет лапароскопическая и эндоскопические стойки. То есть это говорит о том, что уже через месяц мы можем проводить лапароскопические операции, то есть операции при помощи 2-3 прокольчиков. Клиника регулярно радует своих пациентов различными акциями. В этот раз в честь своего дня рождения в здоровье организовали праздничный розыгрыш с возможностью выиграть денежный сертификат на 3, 5 и даже 10 тысяч рублей. Победители акции смогут потратить эту сумму на любую медицинскую услугу в клинике. Главный приз выиграл юный пациент Ибрагим Хасанов. Его дядя Амин Мучаев очень рад за своего племянника. Мы регулярно пользуемся услугами клиники здоровья. Тут высокотехнологическое оборудование, обслуживание, доброжелательный администратор, врачи, медперсонал. Неожиданно для нас выиграли сертификат. У клиники огромное количество преимуществ. Качественное оказание медицинских услуг квалифицированными специалистами, высокий уровень обслуживания и, конечно, оборудование премиум-класса. Наше преимущество – это новое современное оборудование экспертного класса, импортного производства, аналогов которых – единицы поиска ФО. В частности, УЗИ-аппарат премиального класса, лазерное оборудование, эндоскопическая система, аппарат ИВЛ немецкого производства. Мы постоянно ищем новые методы и технологии, чтобы улучшить качество наших услуг. Преимущество нашего аппарата – именно прекрасная визуализация заболеваний как сердца, так и сосудов. Также мы проводим исследования УЗИ сердца при помощи ЭКГ-синхронизации, то есть у нас одновременно во время эхокардиографического исследования проводится и ЭКГ-мониторинг, посредством чего измерения происходят наиболее точно. Также в клинике можно сделать более 2500 анализов, а лабораторные тесты будут проведены в кратчайшие сроки, что способствует быстрой постановке диагноза. Медучреждение крайне бережно относится к своим клиентам, ведь клиника здоровья – это место, где каждый пациент почувствует себя в надежных руках. Альбина Шаова, Далиль Мирза, Архыз, 24.